фамилии, эмблемы и номера в твоем городе. Спортпринтер. Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствую вас на Флотской, где сейчас начался матч, центральный матч в подгруппе Б. В подгруппе А, конечно же, второго дивизиона. Игра, которая, по сути, определит, будет ли у нас интрига на... занимают первую и вторую строчки турнирной таблицы. Речь идет, конечно же, о лидирующем здесь сезон «Нефтянике», о команде, которая была главным фаворитом чемпионата и свой статус в полной мере оправдывает. «Нефтяник» сегодня играет в темно-синей форме, в своей основной. На ваших экранах слева находится команда, ну а соперник «Пираты». Которые занимают вторую строчку. И являются президентом «Нефтяника». Отстают на 6 очков. Здесь расклад следующий. Если сегодня «Пираты» не выигрывают, то в принципе все становится ясно. Ну, поймали на 9. «Пираты» уже не связаны. У «Пиратов» игра. Давай, посерьезней. Еще в чемпионате нужно провести 4 игры, ну, вместе с этой. Один. Некому! Игорь, зону освобождайте! Власть зону, если хорошо! Твоя! Твоя! Играй! Давай, Влад, давай! Полей, Юха, ближе, да, сам пойдем! Смотри! Под тобой! Под тобой! Сейчас! 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 Сейчас!
пока у нас разведка на поле. Первые 5 минут игры. Идет борьба за инициативу. Сразу по календарю давайте пройдемся, чтобы вы до конца поняли расклады. Затем основные команды. Итак, Челик сейчас играет с Пиратами. Затем команде предстоят еще игры с РМС. Как этой игры не будет, техническая победа. И игра с Россонеро, вот здесь на поле выйти придется, то есть единственный шанс еще 5 очки у нефтяника. Поэтому ничья сегодня нефтяник делает чемпионом. Ну а пиратам нужно не только, чтобы они выиграли сегодня у нефтяника, нужно обязательно, чтобы нефтяник проиграл Россонеро. Ну и помимо этого пиратам необходимо победить Национале и Пандору. Еще чемпионат. Ну, а также не был сыгран, пока не расклад у пиратов в личных встречах между Ромой и Равенском была ничья. Со счетом 1-1 в первом круге. Таким образом, если пираты выиграют сегодня, они будут побеждать по личным встречам при равенстве очков. Ну а, собственно, максимально чего они могут добиться, это как раз равенство очков со своим сегодняшним соперником. Составы команд следующих сочетаниях они вышли на поле. Пираты, как хозяин сегодня. Собирались играть в черной форме, но из-за того, что у команд совпадение цветов, переоделись именно хозяева, так как у нефтяника не хватало салатовых футболок на всю команду. Ну, я думаю, что ничего страшного. Пираты смогли переодеться, ну и это главное, что матч состоится, да, и спокойно пройдет. Итак, состав пиратов следующий. Александр Горлов защищает ворота. Ну, вообще, он не является голкипером по своему амплуа. Он отличный защитник, но, с другой стороны, он столько уже отыграл матчей как вратарь, что его пора давно перестать воспринимать не голкипером. Это я, может быть, даже для себя говорю, потому что постоянно я там то в обзорах упомяну о том, что Горлов не голкипер изначально, то в репортажи, когда в тех редких случаях, когда пираты попадают в кадр. В защите справа налево начинали 13 номер, прошу прощения, Максим Белецкий, 78 Андрей Юшин, 7 Жорик Григорян, в центре поля Кирилл Александкин, номер 11, над ним справа Сергей Дулык, номер 9, слева Александр Куплинов, номер 77, и Александр Швецов под 5 номером на острие атаки. Начинал в запасе Евгений Дулык, номер 2, Александр Бадалян, номер 97, Олег Красильниченко, номер 8, Георгий Николаев, номер 79, и Андрей Кузнецов, номер 18. Уже первые замены состоялись. Вот, в частности, Георгий Николаев под 79 номером заменил Жорика Григоряна. Появился также Олег Красильниченко под 8 номером. Он заменил Сергея Дулыка, насколько я понимаю. Да, Сергей Дулык присел на скамейку запасных. Что касается нефтяника, то состав у команды следующий. Александр Ледвин, номер 80. Алексей Степанов, справа в защите, номер 77. Андрей Тырин, номер 7 в центре. Александр Кульчий, номер 21 слева. Александр Амельченко, номер 15 в опорной зоне. Сергей Клеменов, номер 3. Андрей Шеметьев, номер 14 правее и левее над ним. И Сергей Подгорнов, номер 69 на острие атаки. В запасе Михаил Буланов, номер 22. Андрей Никишин, номер 19. Владислав Максимов, номер 97. Александр Чекунов, номер 75. Дмитрий Кулик, номер 8. И Андрей Аршак, номер 11. Это, как я понимаю, оптимистичная версия, потому что вижу я Андрея Аршака на скамейке запасных. Вижу я Дмитрия Кулика
на скамейке запасных. Вижу я, что Михаил Буланов вот сейчас с какой-то шваброй заходит на стадион. Мне вообще сначала показалось, что это такой микрофон. Такой пушистый, на который Интершум пишет на стадионах. Потом присмотрелся, вижу, нет швабра. Не знаю, что бы это могло значить. Но, в общем, судя по всему, футболисты Нефтяника еще подтягиваются. Уже тоже у Нефтяника произошла замена. Покинул поле Сергей Подгорнов, который начинал на 3 атаки. Владислав Максимов по 97 номерам вместо него появился. Ну вот вместо 6 запасных с Михаилом Булановым 4 сейчас есть. Андрея Никишина и Александра Чекунова мы не видим. Ну вот так вот. Но пока мы не видим и никакой остроты. Пока команды очень осторожно действуют. Так, а здесь бы разобраться, потому что еще я Степанова не вижу. И пока не понимаю, кто под четвертым номером у Нефтяника играет. Так, интересно. Сейчас будем разбираться. Ну вот, видите, какие нам задачки сдают команды. Это второй дивизион, пусть обе сыграют в первой лиге. Это уже очевидно, но пока вот, видите, нам дают такие ребусы. Ну, наверное, Антон Рублев под четвертым номером играет, так, как мне кажется, вообще он защитник. А Алексей Степанов, похоже, сегодня в игре участие не примет. Там, по-моему, шла речь о травме определенной. Вот, кстати, Андрей Никишин, вижу, подтягивается у Нефтяника. Ну, вот так вот могут себе позволить лидеры чемпионата. Потому что даже если сегодня Нефтяник не выиграет, вернее, если он сегодня проиграет даже, все равно все в его руках останется. Обыгрывая Россонеро в последнем туре. Да даже не обыгрывая, а в ничью. Играя с Россонеро и все равно станешь чемпионом. Андрей Аршак, вижу, подошел к самой середине поля на боковой линии. Судя по всему, появится на замену в следующей паузе. Посмотрим. Сейчас Нефтяник имеет небольшое преимущество. Территориально Антон Рублев попробовал ударить на месте Горлов. Очень спокойно. Мяч забирает. Я думаю, что сегодняшняя игра, в отличие от показанной на прошлой неделе рубки аксиомы группы и Родины, это не как раз борьба за первое место в подгруппе, а те бились именно за первую строчку. Здесь Тырин подставляет ногу на угловой мяч, уходит, а там на Швецову передача шла от Куплинова, очень опасная. Так вот, там действительно за первое место играли команды. Здесь, возможно, да, возможно, интрига и оживет, но... Кстати, Аршак меняет Рублева как раз, интересно, в оборону выйдет или куда. Но при этом... Здесь больше, наверное, смотр перед первой лигой. Может быть, для команды с первой лиги смотр своих будущих соперников. Не уверен, что получится посмотреть, увидеть. Не уверен, что получится все, что хотят, потому что все-таки на финише сезона такой, наверное, максимальной мотивации нет у тех и других. И турнирная интрига, она хоть и существует, не заставляет команды бежать, сломя голову вперед. С другой стороны, речь ведь идет о командах, которые за счет опыта, в первую очередь, а не за счет какой-то сумасшедшей скорости играют. Они как раз всем своим сезоном показывают, что мяч двигается быстрее, чем могут бежать люди. Я не представил главного арбитра встречи. Для меня это тоже новый персонаж Северной Лиги, Ренат Хабибулин. Никогда не видел, как он работает сегодня. Премьера. Посмотрим все вместе. Может быть, какие-нибудь выводы сделаем даже, почему нет. Пока ему не доводится сколь-нибудь значимую роль здесь играть на поле, что хорошо. Швецова заменили, Дулык вышел на замену. Ну и Павел Петров в качестве резервного рефери сегодня работает. А я, Александр Седов, комментирую встречу для вас.
вернулся уже на поле Подгорно. Тут постоянно замены происходят. Наверное, об интригах, когда мы говорим, еще можно сказать, что это вот такое интересное противостояние бывших футболистов Водного стадиона. С одной стороны, там целая россыпь у Нефтяника. Это, в первую очередь, Александр Амельченко и Сергей Клеменов. Но эти Михаил Буланов и Андрей Никишин. Это все футболисты, когда-то выступавшие за Водный стадион. Вот Александр Кульчи, по-моему, нет. Он только за «Динамо» играл. Ну, достаточно игроков Водного. Ну, а Александр Швецов тоже был долгое время лидером Водного. Вообще они с Клеменовым и Амельченко какое-то время составляли центральную ось команды. Были главными действующими лицами в полузащите. Может быть, как такого периода, чтобы они именно все втроем были вот основной полузащитой. Он, если был такой короткий был период, но по паре, да, по двое, они, в общем-то, то одни, то другие пары долго были лидерами. Здесь Тырин в подкат бросается. И, знаете, так, на грани желтой карточки на самом деле. Потому что поднял ногу уже уходивший от него Куплинов. Он, может быть, просто смещался не так опасно. Не под удар, может быть, и под удар, но не под стопроцентный голевой момент. И поэтому избежал карточки Тырин. Но фалил-то Андрей совершенно откровенно. Здесь без каких-либо вопросов нарушение правил. Железобетонный фол. Ну и опаснейший штрафной. Нет Швецова сейчас на поле, но есть Дулык. Футболист очень опытный. Человек, который работает в футбольной школе московского ЦСКА. И с футболом знаком не понаслышке, и с профессиональным. И сам играл, и... Ударом очень хорошим был этот, он и поле здорово видит, и пас может отдать, и бьет хорошо. И смотрите, удар настолько хорош, что он вроде по прямой летел, а мимо стенки пролетел мяч, и там, не знаю, Ледвину было не очень удобно, но Александр Амельченко подстраховал и выбил мяч вперед. Очень жаль мне, что не пишут голевые передачи представители Нефтяника в протокол, из-за этого мы не знаем, как много... Андрей Амельченко, иногда мы можем в группе Северной Лиги прочитать, сколько Сергей Клеменов сделал передач за матч, и посмотреть на его фотографию, сделанную Андреем Аршаком. Но вот общей картины нет у нас, к сожалению. А то бы, конечно, я думаю, Александр Амельченко был бы лидером. Хотя, может быть, тот же Клеменов бы с ним поборолся. Поборолся бы Андрей Шереметьев, но Андрей Шереметьев слишком поздно. Вернее, не слишком поздно пришел в команду, нет, он в команде был изначально, слишком мало матчей провел, слишком поздно он стал играть регулярно за Нефтяник в этом сезоне. А здесь Куплинов! Хорошая подача Дулыка. Может быть, чуть-чуть на несколько сантиметров выше, чем нужно было Куплинову. И поэтому он в створ не попал, но было опасно. Андрей Никишин появляется на поле. Он меняет Сергея Клеменова. И Андрея Никишина мы по Водному стадиону знали как защитника, но в Нефтянике он играет выше. Ну, здесь, наверное, простая логика. Нет уже той резкости, может быть, и скорости, какая была, и какая нужна, чтобы справляться с резкими нападающими в обороне. Но мастерство... Безусловно, отличный опыт, богатый. И Андрей Никишин помогает команде, играя в полузащите. Здесь Кульчи так вот останавливает мяч. Затем, правда, второе касание не очень удачным получилось. И Кирилл Александкин перехватывает снаряд, уходит к своим воротам, отдает пас назад. В итоге так пираты под прессингом оказываются. Но я уже говорил, что эта команда очень спокойно играет в футбол. И хорошо выходит из-под прессинга, но вот пока пасовались в своей половине поля, все было хорошо. А затем передали мяч вперед длинным пасом. Это получилось не передача, а обрез. И Нефтяник разыграл стремительно. Пас вперед. И Андрей Шереметьев свой момент очень спокойно реализовал. Ну, там, в общем, для такой мастер, как Андрей Шереметьев, такие моменты щелкает, как орешки. А здесь почему же не ударить-то? Было Олег Красильниченко. Почему не нанес удар, а сделал передачу? Давай, 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 давай.
Это, конечно, была ошибка. Кстати, голевой пас, я так смотрю, такое ощущение, что Сергей Подгорнов вообще отдал, оказавшись очень низко по ситуации. То ли Подгорнов, то ли Тырин. Ну и теперь нужно как минимум два забивать пиратам, чтобы сохранить шансы на чемпионский титул. Готовится Александр Купринов ударить. Но удар не получается у 77-го номера пиратов. Что касается имен, то здесь, конечно, обе команды наславные и профессионалами своими, и по меркам ЛФЛ достаточно известными игроками. Если про второй говорить, то Александр Ледвин очень титулованный голкипер и в сборной Севера играл. И становился чемпионом турнира сборных в составе Северной лиги ценой годичной дисквалификации ему это удалось. Кто был на том финале на Флотской против сборной Юго-Запада, тот должен помнить. Весь происходивший экшен. Не буду его, наверное, сейчас вдаваться в те подробности. Александр Ледвин был запасным голкипером в финале, но принял активное участие, скажем так, в усмирении разбушевавшихся соперников. Слишком активное участие. Ну и в составе Империи он становился чемпионом Севера. И вообще поиграл очень много он. И здорово поиграл. Ну, вообще, конечно, начинал он в Чайке, в Демонах. Ну и, собственно, потом в Демоны вернулся, а уже оттуда перебрался в Нефтяник, в новый проект, в новый амбициозный проект. Может быть, не такой амбициозный, как, каким была Империя, а может быть, только пока не такой амбициозный. Посмотрим, что будет дальше с Нефтяником. Александр Кульчи играл за московское «Динамо», играл за сборную Белоруссии. Согласитесь, титулованный человек. А Александр Амельченко один матч имеет в высшем дивизионе российского футбола за волгоградский «Ротор», но и поиграл на менее высоком уровне. Другие футболисты тоже играли на разных уровнях. Например, Андрей Шереметьев в Суперлиге пляжного футбола играл. У него была очень тяжелая травма. Собственно, когда он ее получал, он не имел никакого отношения к Северной лиге. И человек, который наносил эту травму, он и неумышленно, тоже не имел отношения к Северной лиге. А сейчас оба они на Севере играют. Так вот, в матче чемпионата Суперлиги по пляжному футболу уже достаточно давно Иван Востриков, ныне защитник APC, а тогда форвард «Динамо» в Суперлиге, ударом через себя, пытаясь ударить через себя, попал ногой в лоб Андрею Шереметьеву, который, по-моему, тогда за Строгино выступал, если я не путаю. И, в общем, сломал основание черепа. Были опасения за жизнь Андрея. Вы говорили, что о футболе можно забыть, но через год с небольшим, наверное, Андрей вернулся на поле, и вот уже, наверное, сколько? Года три с тех пор прошло, как он играет в футбол, в том числе в ЛФЛ, и очень неплохо смотрится. В «Нефтянике» он один из главных, одно из главных действующих лиц. Ну, что касается пиратов, то здесь, наверное, самый титулованный Александр Швецов забивал за крылья Советов в премьер-лиге, а играл немало в их составе. Вот Андрей Юшин, например, воспитанник «Динамо», и с Реутовым шел на повышение в ФНЛ. Из второй лиги здесь момент у Николаева. Ледвин как-то неудачно сыграл на выходе. Здесь не было, мне кажется, фола-то. Ой, мне кажется, Купринов не нарушал правила, но вот арбитр перестраховался и списнул фол на вратаре. А там Куплинову досталось больше, чем Ледвину, к слову. Ну так вот, из второй лиги мог вместе с Реутом выйти в ФНЛ Андрей Юшин, но в итоге по финансовым соображениям команда в классе не поднялась. У нас в этом году все то же самое во второй лиге. Никто не поднялся. В ФНЛ все сохранили прописку, вылетевшие. Ну и вот тогда с Реутом не поднялся Куплинов в ФНЛ. Ну и в итоге так карьера на нет и сошла. Ой, не Куплинов, прошу прощения, Юшин, конечно, Куплинов молодой парень, хотя уже играет достаточно давно за
пиратов, раньше за Бескудникова, основу которого как раз нынешние пираты составляли. В общем, тоже вот Куплинов лидер пиратов. Но сегодня 25 минут еще не сыграно, но вот идет 25-е, 1-0, гол Андрея Шереметьева является единственным. Но вот согласитесь, нет ощущения нерва игры, очень спокойно команда действует. Не то чтобы им не важен результат, вот этого нет, но все-таки любой ценой ни одни, ни другие не готовы за победу биться. Хотя, наверное, это немножко странно, потому что как раз и «Нефтяник», и «Пираты» относятся к той категории команд второй лиги, коих во второй лиге немного, наверное, это и хорошо, которых руководство, скажем так, футболистов мотивировать умеет. Интересно, почему Дмитрий Кулик не появляется на поле, один из тоже важных игроков «Нефтяника», такой бомбардир, он пока со своей дочкой гуляет. Если не ошибаюсь, дочкой. Может быть, сыном, но больше на девочку похоже. Я не знаю, приношу извинения заранее, если что. Но он там гуляет за пределами стадиона. Сейчас он ушел. Вышел опять, вошел в зону техническую своей команды, а за пределы стадиона вышел Андрей Никишин. Ну, он-то покурить пошел просто. А так, знаете, как в большом футболе три человека разминаются, они закончили, следующие три пошли разминаться. У команды, ну вот здесь момент, и надо забивать удар. И Ледвин даже не коснулся мяча сейчас, вы знаете, после выстрела Александра Бадаляна в одной из пауз, появившейся на поле. Ну, вот видите, Швецов одним касанием, без каких-либо резких движений, без лишних движений, вывел один на один партнера. Но Бадалян свой момент не реализовал. Ну, может быть, сравняют пираты, если счет, ну, или когда забьют гол, они оживятся, почувствуют вкус к игре. Вкус даже не к игре, а вкус к тому, чтобы вырвать победу в матче и, возможно, в чемпионате. Наверное, здесь Подгорнов бьет, спасает Горлов, к вопросу, да, о том, какой он голкипер. Наверное, тут, конечно, было бы больше интриги, если бы 3 очка было между командами, а не 6. Все-таки вряд ли желто-черные в сегодняшнем матче, в таких цветах играют пираты, напомню, так уж верят, что «Нефтяник» проиграет «Россонеро» в матче последнего тура чемпионата. Тем более, если сейчас проиграет «Нефтяник», то он будет мотивирован там. Ну а здесь что? Нет гола опять! Ну еще момент. Ой, что происходит? Бадалян тут упал. Сохраняет шансы забить, но в итоге не забивает. В штангу попал Бадалян. Там Ледвин, может быть, мяч и зацепил. Но все было в руках, в ногах у 97-го номера. Здесь уже удар Александкина точно цепляет Ледвин, потому что угловой назначен. А Бадалян хватается за голову. Да, момент был шикарный. Добить мог, там потерял равновесие. В шиповках играет Бадалян, если не в кедах. Вот я не вижу подошву, но точно не в бутсах. Угловой будет Куплинов исполнять. С другой стороны подавал бы Швецов. Они с Дулыком сейчас меняются, хотя начали вместе матч. Александкин. Ну вот по этой игре не скажешь тогда, что команда готова к первому дивизиону, в том плане, что будут там бороться за выход, а вряд ли они согласятся на меньшее. Но, опять же, это такая игра. Здесь гол все-таки есть. Куплинов забивает. Но, конечно, должен спасибо сказать Николаеву, который здесь практически все сделал. Ну и вот прилично надавил в последние минуты «Нефтяник». И на уже 29-й минуте, на исходе 28-й, все-таки Куплинов как лидер команды счет сравнял. Вот что касается авторов голов, то на счету Шереметьева 18 мячей было. Это 19-й мяч, он уступает только Амельченко, у которого 25, два из них с пенальти были забиты. При этом Шереметьев только 13-й матч проводит, и вот он свой 19-й гол забил. На счету Амельченко 27 игр, но у него другая специфика игры, другая позиция, больше оборонительных функций. И вообще, Амельченко не заточенный на гол игрок. Шереметьев — это игрок, который решает моменты.
Ну, тут как есть, просто так и есть. Что касается Куплинова, то он у «Нефтяника» лучший бомбардир. Это его 36-й мяч в чемпионате, 19 у Александра Швецова на счету. «Нефтяник», пропустив на последнюю минуту, решил устроить штурм. И здесь Шереметьев подставляет ногу под то ли удар, то ли передачу Омельченко. И, ну, вряд ли выбивает из ворот мяч, но, по крайней мере, сделал менее опасным вот это действие Омельченко. «Пираты», кстати, голевые передачи фиксируют в основном, но у лучшего ассистента «Пиратов» Жорика Григоряна 11 передач, в то время как у «Нефтяника» в каких-то отдельных матчах пасы фиксировались или у отдельных людей. Вот у Сергея Клеменова 17 передач записано. У Омельченко 7, у Кульча 7. Но уверен, что и Омельченко, и Кульча и отдали больше. Первый тайм у нас на этом завершен. Отдохнем и мы. И вернемся во второй половине встречи. Нанесение надписей на форму. Спортпринт М. Возобновилась игра на стадионе на Флотской, где 1-1 после первого тайма в матче, который может оказать влияние на распределение золотых и серебряных медалей в чемпионате дивизиона 2А Северной лиги. Лидирующий «Нефтяник» играет с «Пиратами». «Пираты» — номинальные хозяева поля, и с их составом вторую половину встречи. Начнем. Они слева на ваших экранах в желто-черной форме. Александр Горлов защищает ворота, номер один в обороне. Справа Максим Белецкий. Кстати, когда я представлял и титулованных игроков, я про него ничего не сказал. За «Торпедо Металлург», наверное, тогда так называлась команда. Ну или «Торпедо Зил» уже тоже играл в премьер-лиге. Максим Белецкий. Тоже достаточно известный футболист. Тут у него 13 номер в центре обороны. Андрей Юшин, номер 78. Слева Жорик Григорян, номер 7. Как и первый тайм, он начинает в стартовом составе. В центре поля действует с первых минут второго тайма Олег Красильниченко. У него 8-й номер. Левее под 11-м играет Кирилл Александкин. Ну, а может быть, даже так, он играет под нападающим, а Жорик Григорян по всей бровке действует по левой. Так, интересная асимметричная расстановка. Справа играет Сергей Дулык, номер 9, и на острие атаки Александр Швецов, номер 5. Вот опять, как и в начале игры, Дулык и Швецов вместе на поле. Что касается «Нефтяника», чьи ворота на ваших экранах справа, и который играет в темно-синей форме, Александр Ледвин под 80-м начинает и второй тайм, естественно, в воротах. Запасного вратаря нет. Так, здесь момент, и не увидел сейчас Александкин, куда же там мяч отскочил, а мог бы добивать. В обороне у «Нефтяника». Справа второй тайм начал Михаил Буланов по 22-м номером. В центре Андрей Тырин, как и играл, капитан команды, у него номер 7 слева. Александр Кульчин, номер 21, здесь тоже без изменений. Александр Омельченко, номер 15 в опорной зоне. Над ним 14-й Андрей Шереметьев правее. И 8-й Дмитрий Кульик, наконец появившийся на поле левее. И на острие атаки Владислав Максимов, у него номер 97. Ну вот, как и ожидалось, да, «Пираты» забили, потом доиграли спокойно первый тайм. И на второй вышли с явным желанием вырвать победу. Сразу надавили, уже голевой момент имели, владеют мячом. Напомним, что только победа «Пиратов» сохраняет интригу в борьбе за титул чемпионов в дивизионе 2А. Любой другой исход коронует сегодня «Нефтяник». Уж не знаю, будет ли шампанское или нет, но вот в онлайн-режиме сейчас «Нефтяник» становится чемпионом. Но пока у нас и во втором матче до этих команд тот же счет, что был зафиксирован по итогам первой игры, которая 1-1 закончилась в первом круге. Тот матч состоялся. Декабря играли зимой команды, обменялись голами Сергея Клейменова и, кстати, Александра Куплинова, который забил и сегодня. Но вот что касается составов, то Андрей Буланов играл, например, у «Пиратов». О, у «Пиратов», у «Нефтяника», конечно. Дмитрий Бехелев играл. Александр Чекунов, который так и не доехал, хотя заявки есть.
Андрей Шереметьев тоже присутствовал. Но не было, кстати, Александра Амельченко. Это, согласитесь, серьезная потеря. А здесь Швецов и опять штанга. И там Ледвин дотянулся. Швецов катит под удар, и это гол. И это гол, хотел сказать, как же не везет пиратам, но они все-таки довели атаку до ума. Ну и можно сказать, что... логично повели в счете. Олег Красильниченко, который начинал второй тайм в старте, а в первом выходил со скамейки запасных, забивает в передаче Александра Швецова, который сориентировался и смог, после того, как мяч отскочил от штанги, после его уже убойного удара, остановить снаряд и отдать передачу. Ну вот так вот пираты устанавливают на табло тот счет, который сохраняет им шансы на чемпионство после этого тура. Причем победа тогда будет волевой. А для нефтяника, ну не камильфо, да. Здесь Амельченко сразу бьет, момент возникает. Поэтому и надавливает нефтяник Шереметьев выше ворот. Не камильфо вот так вот становится чемпионом, наверное, да. Что понятно, что фаворитом все равно останется нефтяник. Надо и пиратам выиграть, три игры еще будет. И нефтянику всего лишь в одной не проиграть с Россонеро, но... осадочек останется, да, что вот именно эту игру важную, в которой можно было оформить чемпионство в противостоянии с конкурентом, с преследователем, которого раньше можно было назвать так называемым, а теперь он стал вполне реальным. Этого и не удалось, причем не удалось даже ничего сыграть. Но это я говорю, если так и закончится матч. К слову, у Троссонера в первом круге нефтяник с счетом 5-0 обыграл. И даже без Шереметьева. А не сомневайтесь, Шереметьев будет, особенно если игра будет решающей. На последнем туре для команды Андрея Аршака. Александкин, пираты не хотят играть на удержание счета, они хотят закрыть матч сейчас. Красильниченко мог и ударить, в общем-то, в итоге покатил и не точно. Здесь, мне кажется, был фол со стороны Красильниченко, арбитр так не считает. Швецов, Дулык заживал мяч, Красильниченко, гол! 3-1, да, вот так вот пираты надавили и очень уверенно забивают еще один мяч. Ну и Дулык теперь становится автором голевой передачи. А Красильниченко в течение 3 минут оформляет дубль. Чем теперь ответит нефтяник? Теперь точно игра вскроется, но она уже вскрываться начала и стала намного интересней. К слову о Красильниченко. Он за матч с нефтяником сейчас забил столько же, сколько он забил за все остальные игры во втором дивизионе. Просто их было всего две. Новичок пиратов. Он играл 26 мая со Снежным Барсом. Как раз 4-0 пираты выиграли. Он 2 забил, 1 отдал. Потом с Дикими Ежами на следующий день опять 4 выиграли. У него голевой пас был. Ну и сейчас играл с Портером СВ в полуфинале Кубка Москвы. Там 2-6 проиграли. И результативными действиями Красильниченко не отметился. Но вот сейчас 2 забил нефтянику. Но вообще Красильниченко в прошлом году еще за пиратов выступал. В третьем дивизионе Б у него было 6 игр, 6 голов, 2 передачи. И в Кубке Севера 1 игра, 1 гол. Ну а когда-то за Бескудникова играл. Там в сезоне 15-16 в дивизионе 2Б 7 игр, 9 голов. И в Кубке 1 игра, 1 гол. А еще в Кубке Первой лиги 1 игра без результативных действий. Ну, и те, кто перешли из Бескудникова в пираты, в общем, это футболисты одной системы. Я бы сказал, система Сергея Дулыка наверняка Олег Красильниченко имеет какое-то отношение к футбольной школе московского ЦСКА. Вот я сейчас специально посмотрю. Благо, современные возможности поисковиков позволяют. А, вот ты когда вбиваешь в гугле Олег Красильниченко, сразу предлагают Олег Красильниченко «Спартак». Ну и Андрей Красильниченко, Олег Красильниченко, 21-летний полузащитник,
молодежного состава московского «Спартака». 6 игр в этом сезоне в первенстве молодежных команд. 15 игр в ФНЛ за «Спартак-2». Это вот к вопросу о том, что за парень забил сегодня 2 гола Александру Ледвину. Шереметьев бьет штрафной, он это умеет делать хорошо, но Горлов ждал мяч в ближнем углу, тем более в самую девятку закрутить не удалось. Угловой, тут розыгрыш со стороны нефтяника. Но вот на самом деле, то, о чем я говорил, что для, безусловно, мастеровитых, опытных игроков нефтяника тяжелым будет противостояние с более молодыми и быстрыми футболистами. А когда команда поднимется на уровень выше, она поднимается на уровень выше. Ей будет сложнее. Но вот Ледвин подключился, там уровень вырастет игроков, уровень сопротивления. Ледвин подключился, сам пробил, там Дмитрий Кулик пробегал, пытался подправить мяч в ворота, но Александр Горлов отделался легким испугом. 3-1 по-прежнему, пираты выигрывают и контролируют игру. Да, нефтяник сейчас придавил, но как-то без каких-либо там реальных шансов на то, чтобы отыграться, по крайней мере на данный момент. Подкат Буланова был жестким, и Швецов недоволен. Он-то как никто знает Буланова. Но Ренат Хабибуллин не посчитал, что там было нарушение правил. Кулик скидывает Амельченко, но здесь бить неудобно с левой ноги, тем более Красильниченко успевает. Тырин, Амельченко, извиняется Красильниченко перед 15-м номером нефтяника. Мяч у сине-белых остается. Шереметьев 1-1 против Николаева. Прострел. И очень спокойно Максим Белецкий мяч ловит. На ногу. Отдает передачу. И пошла контратака, в которой Красильниченко делает пас, не бьет, и Швецов под перекладину. 4-1. Но здесь надо всех пиратов отметить. И оборонялись здорово, и организовали контратаку. Здесь и Николаева мы отметим. И появившегося на поле Бадаляна отметим. Ну и, конечно, тех, кто непосредственными создателями гола стали. Швецов забил. Красильниченко отдал. Сейчас, да, нефтяник, наверное, расстроится, что за разницу дополнительных очков не дают, а то могли бы подтянуться к нефтянику. Пираты, ощущение, что в этом матче все начинает становиться понятно. У вас нет такого? Ну вот бьет Шереметьев после подачи углового. Но мимо створа. Здесь Горлов не спешит. А нефтяник поспешает. Шереметьев 1-1 против Бадаляна. Обыгрывается в стенку с Максимовым, но и в итоге ни к чему все это не приводит. Николаев. Бадалян. Разворачивает назад. Пусть нефтяник сейчас заполняет зоны. Пираты совсем не против. Тем более они в позиционных атаках ничего. Смотрятся вообще эти команды в позиционных атаках лучше всех в дивизионе 2. Почему, мы уже весь репортаж об этом рассказываем. Смотри, как спокойно нефтяник даже... Ой, не нефтяник, а пираты контролируют мяч, даже когда что-то не лучшим образом делают, все равно все очень спокойно. Один,
Николаев. Даже везет еще пиратам, потому что, в общем, должна была потеря закончиться. Должно было это действие Николаева, а в итоге он еще и обыграл Шереметьева, получилось. Тут статистику точных передач набивают Бадалян и Швецов. Селихави. Без мяча нефтяник не отыграется. Это не та команда, которая за счет контрвыпадов действует. А здесь жестко ставит ногу Амельченко в стыке со Швецовым. Это нарушение правил. Но все понимают. Даже Амельченко не спорит. А он вообще-то, если заведется, поспорит очень даже с арбитрами. Ох, здесь Белецкий решился на удар. Достаточно неплохо было. Подгорнов возвращается в игру. Минет он Максимова. Вряд ли 97-й номер может занести себе отрезок во втором тайме в актив. Он нападающий, он не забил, а в его ворота его команды 3 мяча влетели. И, кстати, Андрей Никишин еще появляется на поле. Он Дмитрия Кулика меняет. Без Сергея Клеменова по-прежнему играет нефтяник во втором тайме. Подгорнов. Кульчий. Недавно такие голы он забил. Можно посмотреть в группе Северной лиги. Мастер. Ну а очередная атака нефтяника ни к чему не приводит снова. Вот здесь пираты через верх сыграли, потому что поджать решил Подгорнов. Не без помощи Шереметьева и готового к этому же Никишина. И верхом пираты выбили, и неудачно. Ну а теперь атака нефтяника. Кульчий. В центр Амельченко под левый уберет и ударит. Здесь читает Красильниченко. Амельченко делает пас, и был бы угловой. Но углового не будет. Александр Горлов очень спокойно действует. Ничего выдающегося ему не приходится демонстрировать. И это показательно, что в матче с таким соперником, как нефтяник, голкиперу пиратов не приходится демонстрировать ничего выдающегося. В целом, наверное, мы смотрим матч второй лиги, хороший матч второй лиги. Или там матч, может быть, первой лиги, там, концовки сезона. Или там, может быть, немотивированных команд нижней половины таблицы высшей лиги тоже. На жаре солнышко жарит, припекает, и это, конечно, тоже влияет на темп. Но вот все равно нерва, драмы не хватает игре, очень буднично все. Но теперь хочется, чтобы Арсонера бой отдал нефтянику. Может быть, пираты используют возможность своего бюджета для того, чтобы мотивировать химчан. Вполне возможно. Ну а Арсонера команда крепкая, если соберется, если поймает свою игру, будет ее день. А может быть, на это еще наложится. Еще на не день нефтяника, кто его знает. Все возможно. И тогда у нас еще не ясен будет чемпион. По состоянию на данный момент он не определится в этом туре. Но также интересней. Горлов выбивает мяч точно на Красильниченко. Тот Швецову. Швецов и Дулык так и играют вместе во втором тайме. Тырин не активно прессингует Швецова. Ты попробуй, отбери у него мяч, да? А здесь, смотрите, Бадалян обыгрывает Кульчи, убежавшего в подкат, полетевшего. 4 в 2. Атака пиратов неспешная. Браду Подгорнов и Амельченко возвращаются. Будет в итоге гол или нет, или там каркасы так и продолжит играть за Ледвина. Нет гола, а теперь может получиться контратака нефтяника. Неожиданно у нас пошла игра без центра поля. За 12 минут до конца Тырин сыграл за счет Подгорного, оставил под удар Кульчу, хотя собирался бить сам. Горлов на месте. Играет на Белецкого. Сил возвращаться ни у одних, ни у других достаточно нет. И поэтому постоянно атакуют в большинстве команды. И вот такой перевод, как сейчас Сергей Дулык на Красильниченко выполнил, сразу создает, ну, если не численное преимущество, то равенство. Красильниченко красиво! Бадалян! Николаев, подача! Перевод скорее на Дулыка.
Пираты со вкусом играют, немножко пижонят, но это скорее такой кураж. Могут себе позволить. А вот хороший пас от Подгорного на Шереметьево, тут один в один против Николаева. Ну, как-то безыдейно. От Шереметьева мы привыкли ждать изюминки в действиях. А сейчас устал он, пошел в обводку. Ну и очередная порция замен. Красильниченко свое дело сделал, уступает Александру Куплинову вместо на поле. Да, Александр Куплинов-то не играл еще во втором тайме. Вот просто без Куплинова вот так вот пираты провели отрезок. У нефтяника Рублев и Клеменов возвращаются в игру. Тырин сел отдыхать впервые в матче. Клеменов на позиции последнего защитника. Интересно. Такой Леонардо Бонуччи будет. Ну, а Рублев вместо Кульчая вышел. Может быть, это эксперименты просто. А может быть, такой план по отыгрышу. Здесь Дулык не справился с мячом, а Никишин не смог выполнить удачной подачи. И снова Дулык. Белецкому. Тот переводит Бадаляну. Николаев улыбается, потому что Бадалян не пас давал, а останавливал мяч. Это просто не получилось. Умиротворение у футболистов-пиратов. Не очень сильно переживают футболисты нефтяника. А Бадалян после паса Александра Швецова доводит счет уже до неприлично крупного для нефтяника. 5-1. 5-1 за 10 минут до конца игры. Вряд ли мы добавленное время увидим. Бадалян мог и должен был забивать в первом тайме, но вот забил сейчас. А ведь еще на 27-й минуте со счетом 1-0 вели пираты. Ну, вел нефтяник, прошу прощения. Ну, что касается нефтяника, то это его четвертое поражение в чемпионате. Так, на месте Горлов. Было в первом круге от ФИФ поражение с счетом 2-3. Во втором круге было фиаско с тем же счетом от Сходня. Ну а самое крупное поражение от Северного Альянса потерпел нефтяник. С счетом 2-8 был разгромлен. Так что то, что сейчас происходит, это еще не самое суровое, что было с командой Андрея Аршака. И при этом пираты окажутся командой, которая меньше проиграла, если сегодня выиграют, потому что у них тоже 3 поражения на данный момент. Тоже от Северного Альянса, правда, 1-2. Со счетом 3-4 пираты уступили Шеллу. Труднообъяснимая фиаско по нынешнему состоянию шелловцев. И со счетом 3-4 же диким ежам. Но все поражения пиратов были в первом круге. Во втором ни одного поражения, более того, ни одного потерянного очка командой Сергея и Евгения Дулыка. Восемнадцать матчей на данный момент составляет победная серия пиратов. Да, технические победы мы тоже сюда записываем, но уж извините. Нефтяник на этом же отрезке потерял 8 очков. Просто нефтяник до того играл лучше. Ну и вдобавок... Похоже, что пираты станут единственной командой, которую нефтяник в этом сезоне не обыграл. И такая вот статистика есть. При этом сами пираты еще могут обыграть хотя бы по разу всех в этом турнире. Но для этого нужно сегодня довести встречу с нефтяником до победы и еще обыграть Национале на финише сезона. Потому что с Национале была ничья 3-3. Совсем недавно Национале боролся против нефтяника и в один мяч уступил. Сейчас бы интриги было больше. Если бы там не было поражения Национале. 7 минут до конца матча, 5-1, уверенная
преимущество пиратов и никаких предпосылок к камбэку со стороны нефтяника. Буланов там переодевается на скамейке запасных. Ледвин бросает на Шереметьева. Так, это желтая карточка должна быть. Андрей Юшин ее получает. Рукой сыграл. 78-й номер. Для Юшина это 9-е предупреждение. Нет проблем. Пока. С карточками, да и уже не будет в этом сезоне. Надо 12 получить карточек, чтобы пропустить матч. Ну, а вот здесь момент! Никишин с разворота бьет после подачи Аршака, не попадает как следует по мячу. Хотя бы от крупного поражения смогут ли уйти футболисты нефтяника. Для этого им два мяча надо забить и ничего не пропустить. А пока ощущение такое, что скорее пираты еще забьют. Швецов, перевод на Дулыка. Слишком сильно. И слишком резко. Неудачно, соответственно. Амельченко переводит Шереметьеву. Вот тот против Николаева. Опять без скорости, без движения даже. Пас под Горнову. Тот как волейболист заправил рукава, или как баскетболист. Амельченко! Но это была точка-то для него. С его левой ногой никто не мешал и не попало Александра Амельченко. Вот это да. Доигрывают команды матч. Это не значит, что, что больше ничего не произойдет. Но вряд ли изменится исход встречи. Бадалян бьет, Ледвин спокойно забирает этот мяч. Вот так вот Горлов может себе позволить такие действия. Редкая судейская трель фиксирует фол Подгорного на Швецове. Кирилл Александкин, Олег Красильниченко меняет Сергея Дулыка. Еще замены. Теперь ни Дулыка, ни Швецова не будет на поле. Появился сейчас на газоне Андрей Кузнецов. У меня такое ощущение, что он вообще не играл сегодня. Может быть, я пропустил что-то. Ну, вот так вот на 2,5 минуты 18 номер пиратов вышел на поле. Красильниченко делал пас. Не точно. Подгорнов переводит на Амельченко. Обратный пас. Подгорнов опережает Николаева. Можно бить. А если пораньше?
Если сразу ударить, негодует Подгорнов, что не получился у него удар. Но если бы чуть раньше попробовал сразу бы ударить. Но не рискнул. Попроще Куплинов играет. Просто выбивает мяч. А здесь, Красильниченко убежал от Рублева. Мог обыграть Ледвина, но не обыграл. А вот Николаев забивает свои ворота. Ну вот чего-то такого еще не хватало этому матчу, пожалуй. Передачу Ледвина подправляет. На 59-й минуте Георгий Николаев. Автогол. Ну что, еще один мяч и уйдет от крупного поражения нефтяник. Николаев улыбается. Ну, а, собственно, это не повод грустить. Ну, срезал и срезал, да? При счете 5-1 свою пользу можно. Последняя минута матча. Вряд ли будет добавленное время. Продолжают футболисты пиратов так вот на тоненькую перепасовываться. Шклеменов куда? Ледвин заберет мяч. И сильно выбивает на Подгорного. А Подгорнов не рискнул головой играть с лета. Красильниченко. Последняя атака. Похоже, у пиратов. Финты. И все. Финальный свисток. Ну что, интрига жива. В чемпионской гонке пираты обыгрывают нефтяник со счетом 5-2. Будем на этом прощаться. Для вас работал Александр Седов. Развивайте спорт себе и себя в спорте. Напряженная финансовая ситуация – это основная проблема многих команд. Она решается путем обращения в «Спортпринт-М».